Дорогие леди, приветствую вас на канале Леди Молодость. В этой технике мы работаем с жевательными мышцами. Жевательные мышцы влияют на внешний вид очень сильно. От их состояния зависит и центральная часть лица, и верхняя часть лица. У большинства людей жевательные мышцы находятся в спазмированном состоянии, у кого-то в укороченном состоянии, в болезненном. Суставы с возрастом начинают щелкать, хрустеть или болеть, особенно у тех, кто теряет зубы. Поэтому жевательные мышцы нужно расслаблять, так как их напряжение приводит к повышенной стираемости зубов, к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, к изменению овала лица, к отекам и даже головным болям. Полный комплекс упражнений на жевательные мышцы для их расслабления, для височно-нижнечелюстного сустава вы можете получить в курсе по ссылочке ниже этого видео. Указательным и большим пальцем сейчас мы попробуем взять жевательную мышцу с собой в сторону. Попробуйте ее найти, прощупать. С одного края пальчик поставили и с другого края. И попробуйте ее слегка надавить, прочувствовать, пропальпировать. Пропальпировали. Раз, два, три, четыре, пять. Чуть-чуть выше поднимаемся. Рот всегда должен быть приоткрыт. Раз, два, три, четыре, пять. Еще чуть-чуть выше. Раз, два, три, четыре, пять. Пропальпировали, нашли. Теперь делаем то же самое с двух сторон. Поставили пальчики. И начинаем снизу, идем вверх. Медленно. Раз, два. Еще чуть-чуть выше. И на верхней точке. Все делаем медленно, если есть болезненность, зажатость, вы чувствуете напряжение, то поделайте больше, то есть примерно минутку, две минутки, медленно, мягко, не давим, мягко делаем разминающее движение, размягчающее. После этого интерорально мы заводим пальчик под жевательную мышцу, указательный сверху и начинаем тоже делать размягчающее движение. Идем снизу вверх и сверху вниз. То же самое делаем с другой стороны. Послушайте ваши ощущения, сравните одну сторону и другую. Почувствуйте, как в той стороне, которую мы делали размягчение, как ваша мышца начинает набирать объем, наполняться. Может, тепло пошло, легкость. Сделайте. Открыли, закрыли. И послушайте, насколько легче двигается та мышца, с которой вы поработали. Возможно, сустав перестанет хрустеть. Нам надо сейчас выровнять, ткани сделаем однородные, поэтому повибрировали. И обязательно улыбаемся, мы занимаемся красотой и молодостью. Посмотрите на себя в зеркало, теперь попробуйте пооткрывать, насколько легко у вас открывается. Послушайте ткани, есть ли облегчение. Поделитесь в комментарии ниже, что вы чувствуете, какие у вас есть сейчас результаты, понравилась ли вам техника. Если понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А главное, подписывайтесь на наш канал Леди Молодость Телеграм по ссылочке ниже этого видео. А если вы хотите получить все техники для расслабления жевательных мышц на височно-нижнескуловой сустав, то я вас приглашаю записаться на онлайн-курс омоложения по ссылочке ниже этого видео.